Японские пары пока закрывают турнирную таблицу. На лед выходят две наши русские пары. Шикарная спина Ксюши. Шикарные. Шикарные костюмы. Кристина Астахова, Алексей Роганов на ваших экранах. На прошлом этапе у нас вообще не было спортивных пар от России. Но на этом этапе две. Канадская пара на ваших экранах. И фавориты сегодняшнего гран-при, победители прошлого гран-при. Федор, Ксения. Будем сегодня очень переживать за ребят. И разъехались. Вообще, насколько важно на разминке тоже кататься вместе? Вон, Ксюша разбежались, все остальные в паре едут. Ну, это скорее больше какой-то визуальный эффект пары. Такая, знаешь, целостность. Но, как мы знаем, то, что каждый настраивается по-разному. Для них, может быть, это и к лучшему. Артур Дмитриев тренирует Алексея Роганова и Кристина Астахова, двукратный олимпийский чемпион, который делится своим колоссальным опытом. И мы можем видеть, как эта пара под его руководством двигается вперед. Сегодня будут честно очень переживать за ребят. И желаю им удачи. Вот, кстати, и Артур Дмитриев. Это человек, который выиграл Олимпиады с двумя разными партнершами. Я в истории такого не слышал. Канадская пара на наших экранах. Джулиан Сеген и Чарли Беладо, прошу прощения за задержку. Суй Винзунь и Хань Цинь на ваших экранах. Победители прошлого гран-при с шедевральной произвольной программы. Я был так рад наблюдать это, когда они откатались. Больше шокирован, наверное. Ты вспомни, как я тут прыгал. Замечательно они откатали на прошлом этапе, который был у них на родине в Китае. Ксения Столбова. Олимпийская чемпионка Сочи 2014 в командном зачете. Серебряная олимпийская чемпионка в личном зачете. Неоднократные чемпионы России, победители финала Гран-при. Замечательная пара, которая выступает под руководством Владислава Жавнирского в группе Нина Михайловна и Мозер. Наблюдал, как ребята тренируются. Я желаю им большой удачи. Большой удачи сегодня. А вот китайцы, что нам сейчас покажут. Тройной выброс флип с ошибкой на приземлении. Ну, для разминки это допустимо. Вообще, как помнится, ты мне говорила как-то, что на разминке тоже важно держать спокойствие в каком-то отношении. Я помню, что мы обсуждали, что на разминке как раз можно поошибаться, покосячить спокойно. Ну, проверить себя. Разозлиться в себя, прийти. Потому что бывает, что на нервах все-таки на разминке идет все наперекосяк. И лучше пусть это пройдет на разминке, и на старте уже будет все легче. Да, да. Я помню некоторые твои соревнования, где ты позволяла себе ошибаться на разминке, но в прокате собиралась. Я очень любила валяться на разминке. Потом я это полюбила, правда, и в прокате. Ну как полюбила? Ну как полюбила? Так получилось. Так получилось. Ну ничего страшного. Ты уже свое всем доказала. За что тебя все и любят.
Итак, вернемся все-таки к парному катанию. Нина Михайловна Мозер мы видели только что за бортом. Замечательный человек, который своим спокойствием всегда внушает спортсменов уверенность. И Владислав Жавнирский. Очень грамотный технический специалист. Очень замечательный человек. Ну, наверное, я так говорю, потому что он мой тренер. Предвзятое мнение. На самом деле гораздо легче говорить, когда ты людей знаешь лично, можно и рассказать. Знаешь, от себя все как есть. Это действительно очень хорошие люди. Нина Михайловна для всех своих спортсменов как вторая мама. Она за своих спортсменов горой. Горой это подтвердит любой, кто катался когда-либо у нее в группе. То ты только начинающий спортсмен или ты уже звезда, но ты для нее как сын. Или дочь. Ну, или дочь. Канадский дуэт. Алексей. Алексей повторяет дорожку. Уверен, он довольно-таки выглядит. Ну, как раз по нему вообще незаметно, что присутствуют какие-то нервы. Как и по Кристине, в принципе. Алексей сибиряк. На нем в разминке, мне кажется, мы не увидим никаких лишних эмоций. Человек, который действительно умеет работать, умеет и показывает это всем, каждый раз доказывает это, что он все-таки умеет это делать. И, конечно, мы сейчас так вот все это рассказываем, сразу понятно, за кого мы здесь болеем. По-моему, очевидно. Вовсе не нейтральное мнение, да, действительно мы болеем сегодня здесь за наших. Поддерживаем всех, а болеем за наших. Поддерживаем всех. Ну, вот и закончилась шестиминутная разминка. Спортсмены покидают лед, и остаются только Кристина и Алексей. Что бы ты хотела им пожелать от себя? Чтобы были спокойны так же, как и на разминке. Потому что по ним не было видно, что они нервничают. Кристина Астахова.